Так, я вам демонстрирую. Вот он, холодный запуск. Холодный запуск трактора. Как двигатель работает, вы слышали? Сейчас я поднимаюсь сразу, чтобы снять давление. Смотрите, показываю на холодное давление. Ну, 3,5, грубо говоря. Сейчас он прогреется, будет 4. Вот все датчики также показываю. То есть этого мы вот только-только завели. Так, салон. Ну вот он простоял, соответственно, да, вот на нем не работали. Ой. Так, сейчас мы тут немножечко. Так, вот он прогревается. Обороты скинул. Значит, показываю. Колеса я тут толкал, соответственно, вот сейчас видно, что они не раздолбаны, что здесь все четенько. Да, передок, все на местах. Передний мост, ну единственное, ты как проговаривал в прошлый раз, что так, середина, кстати говоря, середина замененная. Вот этот момент я не проговорил, но она замененная. То есть здесь вот это делали. Ну и, соответственно, как я проговаривал в прошлый раз, что отсутствует этот промежуток, который соединяет с передним мостом. То есть его вот выгнали прям буквально с утра из гаража. Специально подготовили для меня, для съемок. Вот все показываю. Сейчас с обратной стороны зайду. Вот она. Распределители, да, тут все. Ну, небольшие потеки есть, понятное дело, что техника рабочая, но тем не менее. Все родное. Абсолютно все родной краски. Фотографию крыши приложил. Значит, все стекла целенькие, ровненькие. Здесь вопросов вообще нет. Прохожу сзади. Значит, именно задняя подвеска будет вот именно в таком положении, как есть. То есть, прежде всего, он работал начинал свою работу как сварочный. Поэтому здесь, так скажем, чуть-чуть недокомплект навески. Таскал вот ту телегу последние 3 года. Ну, то есть, вы понимаете, что он работал на сварке. Да, что такое сварка? Это подъехали, когда необходимо, там что-то где-то когда-то. Завели, там чуть-чуть приварили, опять стоит. Все, больше он тут, я говорю, напрягов не знал абсолютно. Он с номерами, так что его нужно будет снимать с учета. Снятие с учета, процесс такой энергоемкий будет. Аккумуляторы севшие, то есть вот мы сейчас прикуриваем. Аккумуляторы севшие реально, то есть он сам не завелся. Необходимо прикурить трактор. Так, ну здесь я вроде все показал. Сейчас вот еще датчики давлений. Вот, смотрите. Вот, по колесу я. Никакого люфта нет вообще. Ни с этой стороны, ни с этой стороны. Показываю. То есть это просто какая-то грязь. Это ничего тут такого. Я думал, трещина. Это просто грязь какая-то. Вот. Ну, соответственно, здесь все четенько. Так, по двигателю. Ну, ничего не делали, он в родном. Наработка реальная, 1800. Вот он, кстати, где он тут. Вот он, тросик подключен, да, соответственно, там спидометр. Все, он родной пробег, потому что он просто стоял. Он толком не работал.